Итак, гигиена, правильное питание и, что самое важное, это беспокойство ума, психика наша. Три причины болезни. Все. Если выделить из трех, что же самое важное, это чистота мысли. Это наше умонастроение. Что такое здоровье? Определяется не по давлению артериальному, не по состоянию функций органов, а по умонастроению в аюрведе. Если ваш ум позитивен, вы счастливы, значит, вы здоровы. Если ваши органы все работают хорошо, но ваш ум не позитивен, если вы копите обиды, если вы злопамятны, если вы хотите кому-то мстить, если у вас друзья и враги, если вы постоянно в таких беспокойствах, болезни придут скоро. Все разрушится. И отношения, и здоровье все разрушится. Но если даже вы не очень сильны физически, но ваш ум силен, вы побеждаете любого другого человека. Сила главная – это внутренняя энергия человека. Его, скажем, решимость, его мужество, целеустремленность – это внутренняя энергия. Это его воля. Ум творит вообще чудеса. И вот здоровье – это уже, когда вы достигаете позитивного ума, тогда вы здоровы, и только тогда вы понимаете философию жизни.